Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня речь пойдет об очистке сеточек, грубой очистке на кухонной вытяжке. Полгода назад я пробовал чистить эти сеточки, кипятя их в ведре с раствором воды и соды, которая продается в магазине. Метод мне не понравился, так как квартира полностью была в испарениях воды из этого ведра. Вся плитка была уделана содой, которая расплескивалась из ведра. Также потом пришлось отмывать это ведро. Но стоит заметить, что сеточки очистились отлично. Вот. Сейчас я покажу состояние этих сеточек через полгода использования. Как вы можете заметить, одна из сеточек практически не покрылась налетом жира, так как она была расположена ближе к стене. А вот вторая, которая была расположена ближе к наиболее используемым конфоркам, покрылась жиром достаточно хорошо. Для очистки сеточек мы воспользуемся обычной посудомоечной машиной. Вот. Сетки влазят в нее как раз. Вот. Расположим сетки домиком, грязной частью вниз. В принципе, сетки держатся неплохо. Но вот вторая сеточка норовит упасть. Поэтому мы подопрем ее стаканом на всякий случай. Вот. В отсек посудомоечной машины непосредственно я высыплю пачку пищевой соды. Вот. Комочек раздавлю. Задвину сетки, проверю, что свободно крутится распылитель. Сюда закинем пару таблеток для аромата. Закрываем посудомоечную машину и включаем ее на 70 градусов. Конечно, это не кипящая вода, но тем не менее. Через 2 часа посмотрим на результат. Прошло 2 часа. Решетки помылись. Сейчас достанем, увидим результат. На первый взгляд решетки отмылись плохо, но если посмотреть внутрь посудомоечной машины, здесь остались вот такие вот комки. Но это уже не жир, это какая-то субстанция, которая, ну, разлагается. Поэтому решетки нужно просто теперь помыть под проточной водой с обычной щеткой. И вот эта ерунда вымоется из них. Конечный результат выглядит вот так. Всем пока.